В Омской области появится больше товаров белорусского производства. Оборот продукции, который в последние годы снизился, стороны вновь планируют увеличить. Для этого сегодня губернатор Омской области и министр промышленности Белоруссии подписали соглашение о сотрудничестве. Действовать оно будет 3 года. Из-за рубежа в наш регион уже поставляют сельхозтехнику, продукцию из пластмасс и стекла, а также говядину, молоко, сливки, сахар. Экспортирует Омская область изделия медицинского назначения, широкий ассортимент автошин. Уже есть и совместные проекты, которыми занимаются белорусские металлургические комбинаты «Омск-шина». В перспективе создания совместных предприятий. Мы сегодня обсуждали проекты транспорта будущего для города. Это экологический транспорт, это электробусы, это гибридные транспортные средства в части коммунальной техники. Это новые подходы, новые направления, которые потребуют новых усилий обеих сторон. Безусловно, это нефтехимия, это наш нефтехимический кластер, который будет встраиваться в структуру производителей Республики Беларусь. Это и легкая промышленность, это те продукты, продукция, которая сегодня востребована и на российском рынке. И, безусловно, тот продукт, который предложили нам сегодня легкая промышленность Беларуси, она однозначно будет востребована на территории. И другие проекты, которые сегодня необходимы на Российской Федерации.